Подводим итоги матча «Фортуна ГФ Гарант». Победа подопечных Константина Самсонова, Николая Ляпорова со счетом 8-1. И в послематчевой студии тренер «Фортуна ГФ» Константин Анисимов и руководитель «Гаранта» Александр Комаров. Саш, да начнем с тебя. Главный вопрос. Где Алексей Ширяев? Алексей подзаболел немножко, температурит, поэтому сегодня не смог приехать. Но мы прекрасно знаем и помним, что Алексей Ширяев перебрался в ваш стан именно из «Фортуны» в прошлом сезоне. Как ты думаешь, может, он просто не захотел выступать против своей бывшей команды и заболел? Да нет, я думаю, Алексей не такой человек. Я думаю, что он всегда хочет поиграть в футбол. Тем более, наоборот, по-моему, против своей бывшей команды было бы еще интереснее сыграть. Просто так обстоятельства сложились, что вот Алексей заболел. А второй вратарь у нас, он, к сожалению, будет только в сентябре в городе. Поэтому остались сегодня без вратаря. Ну, на что можно было рассчитывать сегодня с таким мощным соперником и без вратаря? Что ты говорил своим подопечным перед игрой? Да, особо ничего не говорил. Ну, начали-то мы неплохо, в принципе, первым тайме-то. Там дурацкий гол пропустили. Там был бы вратарь, конечно, я думаю, что гола бы не было бы этого. Вот, а так, ну, что, соперник-то сильный. Тяжело играть. У нас вообще календарь сложный в первых турах в этих. Сопернику спасибо за игру. Хорошо играли. Константин, поздравляю с победой. Ну, поделись первыми впечатлениями, что получилось, что не получилось. Ну, 3 очка, идем дальше. А пока говорить о том, что что-то получилось, не получилось, у нас первая игра. Мы с листа, можно сказать, начали играть. В принципе, местами ребята получали удовольствие и получался комбинационный футбол. А что не получилось? Не получилось сыграть на ноль. А команде «Гарант» желаю дальше набирать очки. Мне нравится эта команда, симпатичная. И я думаю, что, в принципе, они еще могут действительно показать хороший футбол. Я не думаю, что они на последних позициях будут играть. Расскажи по поводу смен. Вот атакующее сочетание вышло на 10 минут, потом через 15 минут защитники по 15 минут играли. Как у тебя вот будет выстроена работа по заменам в «Фортуне ГФ»? То есть не как в «Золотом» сочетании по 7. Хотя ты во втором тайме на это перешел. Да, честно говоря, я вообще сторонник того, чтобы... Я считаю, что в таком формате можно, по крайней мере, при такой схеме, как мы сейчас играем, 3-3 защитников можно вообще не менять. По состоянию по их. Если они, да, так получилось, что крайне там 3-4 раза подряд подключился, тогда да, в принципе, замена ему нужна. И то по состоянию, по его же. А так, в принципе, 2 по 30 все должны спокойно. Конечно, атакующие четверки, им более сложнее, если тем более очень частые потери мяча, то им приходится много отрабатывать в прессинге, поэтому их почаще можно менять. Все зависит от соперника. В данной ситуации сложилось так, что мы забили. Первая четверка опять сочетание забило хорошо, у них шло, у второй немножко не шло, но там парни молодые, быстрые, амбициозные, сейчас только поняли, что можно поменяться иногда местами, уйти на защитников. Я думаю, что с тренировками, с теорией придет и все будет нормально. Ты делал на предматчевой установке акцент, что у соперника нету вратаря или даже не обратили на это внимание? Нет, честно говоря, мы при всем уважении к «Гаранту» не отталкивались от соперника в данной игре. Мы отталкивались исключительно от себя. Какие задачи на сезон? Это только чемпионство? Ну, задачи на сезон у нас очень простые. Первый круг в тройке. А дальше борьба за трофей. Мы сегодня с Романом Никитиным, комментатором матча, лучшим признали Джано Кварацхелия. Как ты, согласен, не согласен? Я вообще сказал бы сочетание Джано, Вадим, Постников, Брусникин. Четверо выделили бы прям, потому что были открывания хорошие. И, ну, в принципе, так получилось, что Джано в данной ситуации вышел на более лидирующую позицию. Ну, хотите Джано, выбирайте Джано. Есть у команды дубль. Какие шансы ребят, кто сейчас вот попал в дубль, да, в заявку дубля, все-таки пробиться в основу? Так, я не знаю, какие, 100%-ные какие-то. Здесь все зависит от конкуренции. Присутствует конкуренция на позициях, присутствует конкуренция на тренировках.
приходи, доказывай, играй. Я уверен, что ребята понимают, что у нас с Валерой Анилой конкретная задача — играть будут те, кто играет лучше. Вот и все, потому что мы хотим выстроить футбол, и хотим выстроить футбол именно немножко другого качества. Хотим, чтобы получать удовольствие, хотим от футбола, ну, естественно, результат. Я думаю, что все равно у нас в первом круге точно возникнут проблемы, которые придется и автобус где-то поставить. Это не исключает этого вообще, лишь бы результата достичь. Поэтому конкуренция, конкуренция, конкуренция. Кто выигрывает в конкуренции, тот играет в основе. Все просто. Ты в прошлом сезоне тренировал СИАП, и я помню, что пытался как раз именно банкиром поставить эту атакующую игру с контролем, а не вот автобус. И я так понял, что в конце даже сказал, что ну не получилось у меня это, откатываемся к автобусу. То есть у тебя тут такой новый виток вот того футбола поставить, да, который ты именно хочешь. Ну да, все верно. А нет, СИАПом, привет ребятам, поздравляю с победой, молодцы. Был уверен в сегодняшнем их результате. И, ну, там немножко класса игроков не хватило чуть-чуть для постановки той игры, хотя местами она была у нас очень качественная. А в данном, в новом сезоне, ну, Дим, хотелось бы видеть, конечно, атакующий футбол с дальними ударами, замыкание дальней штанги. То есть не просто биться башкой в защиту, а разворачивать и, может быть, побольше ударов. Ну, пока как идет, не идет. Но я надеюсь, что придет. Я вижу этот футбол, по крайней мере, вижу с этими ребятами, что можно сделать. Последний вопрос. Кто главный конкурент «Фортуны» в этом сезоне? Главный конкурент «Фортуны» в этом сезоне непосредственно — это команда очень сильная, которая называется «Фортуна ГФ». Мы только сами себе можем создать непосредственную конкуренцию. Все остальные выделю, само собой, топ-3. Это «Волна», «Достоевский» и «Золотой». Все остальные, считаю, по именам, можно что-то назвать, по игре пока еще не могу сказать. Считаю, что на длинную дистанцию будет все более ясно, потому что здесь на любой матч может собраться команда, абсолютно любая, даже на первый тайм, потом второй тайм просто сесть и додержать, и отнять очки у любой команды. Поэтому топ-3 у нас есть определенные. Вот с ними, надеюсь, будет хорошая игра. Саш, ну, я так понимаю, закончится вот этот у вас календарь, дальше игры будут попроще. Я так понимаю, что и не рассчитывали здесь особо очков зацепить, и ждете поединки с равными себе по классу? Да не особо. На все игры одинаково настраиваемся. Какая разница? В Суперлиге нет слабых команд. В Суперлиге все команды сильные. Неважно, с кем играешь. Когда мы Данила Позняка увидим у руля? Ну, надеюсь, в сентябре, потому что я считаю, что команде нужны тренировки. Без тренировок в Суперлиге как бы очень сложно. Собраться раз в неделю и по сбору все время... Ну, нет, более-менее сейчас нормально. Состав, в принципе, одни и те же ездят. Но все равно надо тренироваться, надо что-то наигрывать, потому что так прийти и с листа сыграть очень сложно, что-то показать хорошее. Ни в этом сезоне мы еще не видели ни Гасанова, ни Мулянова, которые активно в концовке прошлого ездили. Куда пропали? Гасанов практически успевал бы, там у него просто за городом было, электричку отменили. Ну, такие рабочие моменты житейские. А Барабаш где, Иван? Без комментариев, не знаю. Я так понимаю, что Денис Барабаш закончил выступление за гарант, по крайней мере, я видел, что с ним форму свою кому-то передавал, или просто кому-то ее не хватало? Да, Денис пока что приостановил свое выступление за гарант, вот, так же, как и Павел Грюмов. Вот, ну, будем смотреть, решать. Ребята, Паша хочет немножко поднабрать кондиции, формы, прийти, может быть, в высшем дивизионе где-то поднатаскаться, как бы потом уже вернуться, может быть, там, на второй круг, может быть, в следующем сезоне, не знаю, как мы там, где будем выступать. Ну, посмотрим, пока так. Спасибо.